Там, короче, Это вкладка папки ВТФ, наверное. аккаунт, вот ты заходишь в свой, получается, логин, да, где здесь написано, там у кого что. Вот. И здесь у тебя будет Алголон 4.3.3.5, потом у меня есть прокси Алголон X4, то есть, ну, вот с Алголона 4.3.3.5, то, что начальное было. В общем, это И сохранять, да? да, то есть это первые настройки, которые были, их надо перенести в тот прокси, который, ну, в тот сервер, который сейчас там вторым появился, вторым или третьим, ну, куда вы заходите, то есть. Если прокси, это другое, это прокси, на Украину я не заходил, у меня всего два. То есть русский это вот первый уголовных 4 у меня. Тоже, когда я слетала через прокси, заходил, тоже слетели все аддоны, перенес, все нормально. Блять, параша, блять. Аккаунт маленький уменьшился, блять. Я хуею. Пока само не тебя отойду, кофе налью. Я тут, если чё. Так, кто там? Это чтоб потом не ливнули. Так, блять. Это параша. Бесит тут эта хуйня. Я мышкой обычно таргет убираю. О, 50 минут, а то нерв целка. Нормально делает. Да, ГЦ нахуй. Сегодня будем траить. Конченый, сука. Вообще петухи, блядь. Просто, блядь, мозг людям здесь съели. Я думаю, да, это... Да. Я думаю, вы можете хуярить трэш. Ну, так, как бы. Ну, или можете постоять еще немножко. Охуй. Танки они тут, просто копипаст, скорее всего, с X2, блин, и... А там же Т5 проходили целка. А у нас еще не скоро Т5. Какое, ну, не надо рассказывать фигню. Никакой Т5 не проходили целка. Т5, Т5. Они... Т5 не было, когда целка выпустили. Они не могли нормально никто почти до лича дойти. Ты про какой серф вообще говоришь? Тоже сил. А какой серф? А здесь Сирус X2. X2 не было Т5. Сначала выпустили ЦЛК, и только потом выпустили ОКЗС. Уже так, Джайну, да. Уже Джайну убивали, еще не было Т5. И потом, когда в ОКЗС стали ходить и закрывать, выбили Т5. И уже стали бить Т5 Джайну. Проще стало намного. Ну там более-менее понерфенные. Не надо сравнивать серваки. Как бы там, там одно, здесь другое. Ну здесь... так ты сам сравнивал часто с циркулем, там тоже с циркулем. Нет, разница. Циркуль, циркуль это, блядь, параша. Ну, циркуль только что там меньше лагало, а здесь слишком много напряга идет на рейд. Сравните с Warman X1, вот там вот жара. Там что, еще больше лагает? Я с ним Вармейна, я прокляла Вармейн нахрен. Ну там и дофига народ. Там народу нет, там отнюдь не дофига. Я тут. Какой сервер? Ловушек вообще не вижу. Ну не видишь, я заебись. Я убрал все уже ловушки. Там эти на Вармейне, в основном, которые постоянно жалуются тут. Нытик. А здесь что не так? Зайди на форум, там же шава, это ж просто жесть какая-то. Нет, ты там просто не троллишь по спику, жалобу кидает, тебе сразу банда их, понимаешь? А, здесь в этом плане, да, 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 я знаю, я там играл. Во-во. Это самые, которые оскорбители. Слуг трона, главное, отворачивайте. Сбивать им касту, в рейд кастуют. Руль на свой спик.
Вот видите, в рейд кастует прием. Вы тут, ребята. 10 рок в рейде. Вот нахуя ваш класс, если вы не сбиваете каст? Говорю же, слуга трона, блять, выбирайте его. Вот паук, стан ему, блять, с фулл ДПС. Играйте. Сейчас на ребре надо поднапрячься, потому что там надо будет выбегать из луж. Надо постараться выжить. Задпсить, мы его задпсим. Главное не сдыхать в луже. Про ДПС забудьте. Интересно, это лужи применили? То, что теперь они льются под боссом, или в 25-ке только так? Ой, или в Гере только так? Везде. Не, именно под боссом ли у нас в 10-ке Гера лужи лились под боссом? Да, везде. Нурик зайдет там, кто знает? Блять, слуга трона в рейд кастанул, осторожно. Что-то сейчас я был в рейде, у нас 300, 340, 350, короче, РДПС. Ну, загрели, значит, забирайте. Подведите. Грипните с паука пачку к танкам. Есть подтяжка? Приморозили, молодцы. Да, ничего страшного. Настало время шаману проходку делать. Тут ловушек нет? Я вообще не вижу ловушек. Я все агрил на ловушке. А чё вы мобов вот этих агрите? Домой косяк, да это, блять, клона вызвало угрозу. Пошли туда, ведите их. Вот, блядь. Не идите уже. Сколько он разбейте, милики, вот этот. Все, портовар забираем, остаун. Гнев небес, давайте в эту хуйню. Слуг отворачивайте. Слуг выбирайте, роги, ДКшники, сбивайте им косты, чтобы они не кастовали. Ни в танках, ни в рейд. Забирайте эту парашу. Давно я с маленьким рекаунтом не играл. А можно кокон так и снять? Да, если милики будут бить. Вторую десятку секунд стоял. Полностью. Мне кажется, или шмота много падает. Угу. Если в начале столько, значит дальше будет меньше. Ну или дроп увеличили. Жесть. Где там Нурик? Он рыба уже стоит. Нурик, ты где? Кому-то надо. Вон, Джорса поставили. Чинитесь там, берите реги, вот Дживса, ставьте шкаф. Короче. Короче, очень внимательно на ребре сейчас бегайте от огня. Забудьте про ДПС, не ДПСьте. Самое главное, убивайте шипы быстро, чтобы. Ну, хил там, ДД, неважно, шипы. Потом из луж выйти, потом босса только бьете. Раньше на лужу вы не обращали внимания, теперь обращайте. Босса у нас убить хватит ДПСа. Ну, надеюсь, вы услышите это. Все. Проверка. Пристали, пожалуйста. Интересно, тебя кто-нибудь слушал?
Я хуй знает. Блять, какая-то хуйня у меня. А, я зафиксировал, сука. Не знаю, почему такая мысля пришла в голову. Ну, бывает. Кто-то слушает, кто-то нет. Че у вас палы там? С бафами палы разберите. Реально кулаков не хватает. Давай еще раз проверку тогда. Так, что у нас? Рарник третий танк, да? Сейчас по хилам посмотрим. Короче, давай Вероника частицу на кружок, танку на мордонца. Так. Я за рарником посмотрю, на него буду обновлять орехи. Вот. Ну и все, в принципе. У меня уже достаточно таких предметов. Кто-то не готов. Отсутствуют тянка, ботяры. Шеда тут. Да, я тут, у меня походу интернет опять. Ты вылетела с игры? В процессе вылетания. Ну, давай подождем. Закрой игру, по новой откроешь. И он типа код просчитывает. Джилс слева стоит. Кому надо реги или что-то докупить, починиться, у него давать. Ребят, ЭМА по команде или на усмотрение? ЭМА. Это Ред спрашивает. Да на усмотрение давай, похуй вообще. Там в теории на лужах только надо. Когда он, ну, на крутилке имею в виду, когда он лужи начнет. Ну, по прожимкам. Не стоволить. По прожимкам давай на первом вихре мордонец, на втором. Нет, он говорил про это как его. Я понял. Это на втором вихре дает протоваршивая. И так чередуетесь просто. Первый мордонец, второй протовар. Ну и в принципе можете добавлять к этой хуйне, короче, можешь с мордонцем давать Вероника массакру, либо продлять, либо в то же время давать, или там в самый такой момент опасный, когда лужи в рейде. И танку тоже массакру вместе с протоваром. Ну как вместе действуете на вихрях. Тянка ботяры загрузилась ты в игру? Да. Все, проверка. Так. Ассистов-то выдай. Кому ассистов? Мне. Да. Чела, это болеет, что ли? Она болеет, да. Кому еще ассиста надо? Болеет. Можешь мне давать, если хочешь. Так, давай. Выключим много голосов. Я бы вообще был бы рад, если бы вы вообще все сами все понимали. Ну давай, ладно. Потому что на хиле релить хуже. Мечтать не вредно, Войд. Да, придется ругаться. Ладно, давайте, все готовы. На счет 3 будем пулять. Раз. Секундочку, два. Мне аддон надо настроить от Колика. Я забыла совсем. Так, это, наверное, есть. Главное вовремя. Есть время написать дебаф свое. И что там? Как он называется? Щит земли, да? Ну-ка давай попробуем. Так, щит земли. Щит земли. Сохранить. О, щит земли я сделал. Потом Иван. Че, еще раз готовность тогда? А, можешь еще водный щит поставить, чтобы отслеживать, когда он у тебя. А, он и так показывает, это параша. На крутилке очень часто прям. Его надо раза, два, три. Все, давайте на счет три пуляем. Раз, два, три, поехали. На мордонца все, мордонец. Ты ж ты. Остальные там не таунтите, ничего не делайте. Вот об этом я говорил. Выходите быстрее. Вот минус два уже. Тянка ботяры. Наверное, лагаешь, да? Наверное, отводить буду на луже. Так. Ближе подойди просто. Двигаемся вправо-лево. Ну, сейчас вы, конечно, ляжете, у вас
Давайте, вот кто живые сейчас, разуйте глаза и начинайте получше играть. Винсент, Букля, не ловите больше одного тика дамага. Вот появилась лужа, вы сразу с ней вышли, Вадикон. Я буду отоблюдать немножко. Не парься, не надо ничего двигать. Просто двигайтесь вправо-влево. Ну, блядь. Я вам объясняю, как надо делать. Вы делаете. Я сейчас только что прошел этого босса, там ничего сложного. Двигаешься вправо-лево. Вот три тела лежат, пока что пускай полежат, мы побьем. Вот, на вихре дамага никакого нет. Вот, прошел босс, выходим с лужи, захиливаемся, все нормально. Значит, давайте так, Букля, вихрь закончится, ресни штянку. Так, ставьте в центр босса танки. Да сука. Вот, резай тянку. Так, теперь сейчас еще посмотрим, кто там, лора, арканавт. Сколько они давали, я не... что-то мне ДПС не открытый. Просто, просто вправо-влево и шипы бьем. Обращаем внимание на выживаемость. Вот, вышли. Просто право-лево от лужи. Вот лужа прошла, она до того, как появилась, она еще такой отблеск появляется. Вы можете увидеть. Вот шипы разбиваем, разбиваем. Забыли про все, шипы бьем. Ну, тут хилы на шипах. Ебать. Короче, вы эту хуйню все, ну, нормально добьем. Так дальше бьем. Все, шипы. Как шипы, только про все забываем, освобождаем хилов с шипов. В лужах не стойте, самое главное. Вот, право-лево. Кому как удобно. Главное выйти с лужи быстрее. Все. Просто стоим так. Вот если видим, ребро прям до вас идет, выпрыгивайте сразу, потому что он лужу разольет. В луже не находитесь больше двух тиков. Два тика вас еще как-то вытащить можно. Третий тик вас уже могут уронить. В гере за два тика шотаются люди. Все. Маг, если видишь, тебя не прохилят, с глыбы ебашь. Прям... не очкуем. Давай, короче, сельте. Не, нормально, не надо, короче. Нормально, заебись. Все, встаем опять за спину. И то же самое. Вот появилась уже эта хуйня, видите, уже отошли. Отошли уже. Вот, все, вот, все нормально. Так, тянка ботяры. Как почему-то сдох. Это стерез ее убил. Стерез. Это, наверное, надо из-под лица выйти. Шипы разбиваем. Нельзя стоять. Нет, два танка хилим. Рисуйте, два танка рисуйте. Хилим. Да. Так, давай, хейки, резай про товара. Сразу фулл баф, каску лапу, пристабаф по нему. Вероника, не сдохни, бабл нажмите. Жестко, конечно. Все, ну давай, короче. Тотем-то у меня КД, блядь. Сельдь, короче, давай гимноману читай. Сельдь. И после гимна на ману гимна хп читай. Ой, на всякий случай. Вроде нормально пошло. Он на дальнюю цель бегает? Да. Да, на самую дальнюю от него цель он бегает. Вот сейчас на дальнюю от того места, где там стоял. Вот лужи, видите? Вот разбегаемся. Нормально, нормально, ко мне тоже. На протовара больше внимания обратите, хилы сейчас. Вот встаем за спину. Сейчас, сейчас лужи, смотрите, будут литься. Так. Нурик, давай гейм на ману. Сдали. Шипы все бьем. Когда шипы, забываем про все, бьем, бьем шипы. Быстрее, я на шипе, я заебался уже стоять и хилить должен. Вот, два я танка упал. Осталось. Булкин, резай мордонца. Хилим пока что, пытаемся. Мордонца, Булкин. Поднимаем мордонца. Так, опять, да. Круто. Уходим с лужи. Так, ну давай, Вадикон, резай про товара еще раз. Когда его резнешь, дадите каску, лапу и пристабав. Ага, мне на шип накинул. Ну, выходи, значит, сейчас разобьем, выходи с лужи сразу.
Вот, все танки живые. Крыса говдала. Там, если ШВ какая-то есть, можешь дать на рейд. Я нажал. Ну, хорошо. Ну и Килай, в принципе, когда он встанет, можешь еще на ман уже прощальный прочитать. Нормально, добьем до берсы еще 5 минут. Так что, ну не 5-4, ладно, нормально. Вот, с лужи главное выходите. Не падайте в лужах. Тихо прохилишь вас. Вот, мне тоже что-то новое. Все, немножко осталось, 5 лямов всего лишь. Стойте спокойно. Вот, с лужи вышли сразу. Так. Килай, там покастуй там какой-нибудь хилки в духе. Не стойте лужи, ну что там, осторожно. Жестко, конечно. Все, добили. Это самый сложный босс сегодня был. Осколок. Это он ёбнутый какой-то. Я просто иногда имею дурную привычку бегать жопой. Ладно, короче, попозже эту всю парашу распределяем. Тут ничего такого интересного нету. Но если только там... Осколок Рарнику отдай! Это сейчас обычка была, да. Я так понимаю, да? Да. Ебать. Не, это была Гера, на самом деле. В ФК сделали ребра. Так, Рарник, осколок. Слава, мы нет. Без ДБМ пулем, я правильно понимаю? Да, я же говорю в Дискорде, на счет 3 пуляем, раз, два, три. На счет 2 банки пьете. Ладно, все, пьете. Нет вопросов. А что ты с соком зубуна остался? Ты смотри, как с какой отринкой бегаю весь бой. Так, это, осколок. Соком я, да, соком. Тут групповой ставлю, квест не забудьте все взять, пуляйте помощников. Хилы уже, подходите, наверное... уже, я жду вас. Хилы, почему вы там стоите все? Бегите, я сюда. Ресала. Бегите. А, ты, если что, не ресайте никого никогда, пускай портуются. Здесь портал прямо к леди идет. Так. Все, РДДшники бьем этого гуся. Рарник или портовар, можете взять второго гуся, с другую сторону его отвести и начать бить. Ну или так, как угодно. Но главное, ревнителей, чтобы в рейд не кливали. Да, согрелось что-то дохуя мобов. Придется поднапрячься. Я падение сдох, это нормально? Это хуёво. Это ты нуб получается. Там помощников нету? Короче, есть помощник. Давай поставлю метку, раз его не видно. Вот. В смысле, а как? РДД, отойдите. Они стоят в оба. На 30 метров. А их 4 тут? Их 4, да, в дальних пачках еще есть. Вон там, по-моему, тоже. Блять, а где-то еще тут помощник, что ли, блять? Это прислужник, что-то. Не вижу. Да не, если бы он тут, то тут бы все милики сдохли. По-моему, вот, по-моему, вон тот петух помощник, да? А, вот, да. И еще один там есть. Короче, звезду поставил и кружок поставил. Ладно, вы пока развлекайтесь, я поставлю 3D-метку. Вот сюда. 3D-метку вот сюда. Получается, слева будет танчить портовар и мордонец. Ну, портовар, два ближних к леди, мордонец с лестницы и, ну, Дарнована там кто-то отведет. Допустим, Хати Мэ, блять, как тебя называть покороче, если Хати, короче, Хати Море, блять. Хейт Мемор. Хейт. Просто? Просто хейт. Хейт, короче, да, ты да, да. Просто стаунтишь Дарнована, наведешь его на лестницу и дашь ему по... А что, квест на Дарнована? Да. Понял тебя, что сделаю. Вот, и просто будешь обновлять. Ну, если что-то пойдет не так, сова задаст корни. Вот. А справа, где кружок, будет танчить Рарник. Напуливать... На Рарника напуливают... На Рарника напуливают История и Алкина. Вторая и четвертая играете справа по трэшу, первая и третья играете слева по трэшу. Если где-то трэш убили раньше, то помогайте с другой стороны. И все будет охуенно. Моб почему-то в рейде. Здесь он никого не убьет. Пришел ретро-друид в игре. Но уже, наверное, поздно. Ну тут на леди ничего не менялось. Как бы единственное, что можно вайпнуться, если... заснуть на этой хуйне, на луже. Вот лужа, она опасная. Там как бы имейте в виду, что готовьтесь, смотрите, вот ждите каждый момент под ноги и ждите, когда человека в контроль возьмет, потому что если возьмет в контроль, стопать АОЕ надо. Давать ему фир, стан,
и вихрь. Это, я думаю, вы сможете. Вот сейчас добьем моба. Кто у нас офнулся? Сельдь зайдет, нет? Или она умертвая? Мертвая. Блядь. Что-то я ДПС не посмотрел с ребра. Ну да ладно. На сурке посмотрим. Я на первом месте. Но... Такое ощущение, что у тебя вечный холод. Как так ты на первом месте? Так, еще раз, можно Алкина с этим срогой куда, на кого напуливает? Напуливайте да. На Рарника, он танчит в кружке. Окей, окей. Все, жрите, пейте. Сельдь, ты где? Портуйся сюда сразу. Сейчас прист прибежит, забафается. И стойте вот сейчас по разрозненнее, не пачками по 6-7 человек, потому что если вы будете убегать, вас просто не прохилят. Дружки нету, шаман не скиллованный, слакает. Надежда только на хули приставит на ДЦ. Шаман, ну бас, да. Хули приста хуевает. Хули приста вообще работает за троих. Ну, два хулипала есть скиллованных, может быть, повезет. Так, ну вроде бы должны бафы все были обновиться уже. Ну, я что-то каски на себе не вижу. А, нет, есть каска, все, наебал. А МП5 не вижу. Кто МП5 дает? Сколько паладинов у нас? 4 паладина, давай подумаем. Кто же МП5 дает? Вот, есть МП5. Сельдь, ты готова? Первая третья слева, да, как ты сказал? Первая третья слева, да. Только Рарник танчит справа. И вторая четвертая справа. Два роги напуливают на Рарника. Ну, те танки уже все знают. Все, пуляем без ДБМа, тут припод не нужен. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой. Так, выходит трэш, внимание. Обращаем внимание на трэш. Не срываем агро, очень осторожно играем и быстро в то же время уничтожаем трэш. Так. Переродился. Переродился, его надо уничтожить. Вот, уничтожили. Все, дальше бьем босса. Блять. Хейт не мог контроль. Короче, даю Геру похую. Давай. Подпсим подольше босса. Выйдет трэш его танк. Ну, хотя ладно, там. Ну, секунд 5 дадим танкам. Потом уже побежите. Вот, выходите с лужи. Так. Сейчас будет челиков контроль брать, готовьтесь контролить. Все, выходят мобы. Бьем мобов. Так, мага за контроль, заебись. Все, и смотрим, лужа будет скоро. Или что там, блядь. Ну что-то будет, короче. Блядь, почему мне стаки щита не показывают? О, вы выйдете с лужи. Молодцы. Так. Ну, короче, нолями на двух где-то стопнем. Еще пачку убьем трэша спокойно. Так, блядь. Ой, да, контроль. Контролем, сука. Хорошо, что Геру сдал. Почему? У нас же два шамана. Это сколько там у босса? Не бейте, босс уже там лям, не бейте. Бедите трэш, уничтожьте. Все, уничтожаем трэш. И потом босса в центр, как обычно, и хуярим. Как уничтожите трэш, можете переводить босса. Выходим с лужи. Так. Один челик не выжил. Быстро двигался. Быстро двигался сильно, поэтому сдох. Ебать, подтаймил. Он только в контроле, а у меня там сокрушение ударило. Ничего страшного. Ну, этот, встать есть. От духов отбегайте, в Гере они 30 тысяч по всему комнате дают. Вот видишь, Букля Поттер, Танку и Тянка Батяры высловили духов. Поэтому сейчас в Гере уже весь рейд бы лежал. Высловили лужу они. А, ну...
она, наверное, показалась просто. По фреймам увидел, хп отнялось, посчитал, что духи. А ты взял уже. Так. К Дурновану не веди. К Дурновану не веди, и получается что? Ну, букля давай, короче. Дурнована подвели вроде бы. Блять, какая-то параша. Вадикон, давай ресай буклю. Букля быстро двигался, хейки арканавта, и еще при этом духов не ловите. Вот за мной бежит дух, видите, да? Я от него бегу. Как только он исчезает, я уже могу свободно стоять и кастовать. Вот, отлично. Духи появились, поэтому надо бежать сразу. Вот, духи бегут. Вам похуй. Ну, может, не всем. Все, изи босс. Да. Просто бегайте, прыгайте, радуйтесь. Да. Контрольте челика, не убейте. Вот появился дух позади меня, но он побежал не на меня. Так, на кого же он побежал? На меня. И тебя шотнул, да? Вот видишь, какой ты нескиллован. Ну, я не фулл хп был. Ну, все понятно, значит, хилам минус ЕП дадим, блядь. Хилы, сука, Полиса. Не прохилили. Хилы не прохилили, уронили мага, который словил духа. Ты сам хил. Да, сука, дадим мне минус. Да, я тоже чувствую, что будет веселый рейд. Ну или он уже веселый. Вот вопрос. Какого вот, лужу ей усилили? Вот смотри, промах, сука. Ты какой-то кош нажал, да? Почему ты не слил его в КД? Эх, все понятно. Ого. Кто у нас здесь? Так, кто у нас здесь? Какая-то параша выпала. А я все это заберу просто. Сколько нету, да? А потом распылишь. Потом раз... Нет, у меня распыла нету, надо кому-то отдать будет. Все, пошли дальше. У меня есть? Да, кому-нибудь отдам. Пошли, сейчас осталось еще 10 боссов всего лишь. Комбо... Женя, мне как раз амитрин, он спадет. Мне нужна твоя помощь. Да, подождите секунд 10-15, комбо-то исчезнет. Так, мне выпал... Блин, я квест забыла взять. Квест, я же говорил, возьмите. Мне выпало у Козула, это топовый камень. 30 тысяч науки стоит. Давай. Меняешься на Митрин? На багровое колье кровавой королевы. Говорят, стоит 15 тысяч. Я бы поменял. 15 тысяч всего стоит? Надо купить. А у Козула, который я сейчас выбил, оно стоит 30 тысяч. Поэтому два багровых колья королевы приму. Поменяю на зеленый камень. Хорошая попытка, но нет. Думал, хоть кто-то разведет. У тебя багровое колье упало? Нет, давай, зеленый камень не упал. Давай мне, я куплю. А что, вы видели труп? Вы видели, блять, на него метку поставил? А, сука, не видно. Да, это бред. Это уже не первый раз. Так. Вы видели труп просто по полу пополз? Он как будто пол моет, блять, своей одеждой. Так он иногда агрит трэш. И трэш на нас ходит. Будем надеяться, что он сейчас не сагрит. Ебать. У меня есть такое. А, уже запустили, блин, этих бьет. Небо на хосту. Это вообще бичевский такой. Ничего себе. Какой эффект удушения красивый на драконе. А знаешь, что еще красиво? Чё? Я. Народ не оценил. Я, к сожалению, не эстет. Я сейчас втыкаю только в эти, как они называются. Вот, а куда вы поехали? Вот у меня просто вопрос. Назад все идем, блять. Вы чё, блять, двух мобов этих не видите или чё? Они нам нужны. Да. Ну, я не могу на коня сесть. Или что? Я не хочу бегать пешком. Вот видите, это дело всего лишь 10 секунд. Вы поехали все. Ну, вообще-то, ходьба пешком полезна для здоровья. Ну да, блядь. Ну да, блядь. Я тоже так думаю. В следующий раз буду пешком ходить. Так, ну Мордонец туда, как обычно. Все стали за компьютером.
Ну, в пушку, короче, сами как-то договоритесь, там, встаньте. 4 плюс уставь, даю. Только хилы не садятся в пушку и все. Ну, и еще по 2 человека не тыкайте одновременно на пушку, иначе она забагается. И мы будем бить босса вместо 5 минут, 25 минут будем бить. Не надо багать пушки, ломать игру. Иначе Сирус крашнется. Так, Ванцент, ты где? Интересно, сколько мы на сурке дадим ДПСа? 300 дадим или меньше? Или может быть 320? Ванцент. Я думаю, 400 дадим. Можно будет еще спекнуть. 400? Да не обязательно спекать. Для чего спекать? Для того, чтобы порадоваться большой циферке. Мы в 2 преста можем, по идее, в шапашу. Не знаю. Да не, лучше засейвить метки получше. Ну так-то можно, в принципе, да. Если хочешь, короче, килла спекнись на сурка. Ну, тянка пускай остается в ДЦшнике. Так, где у нас там ордонец? 5, 4, 3, блять. У пушки встаю. Все 2 частицы на него там, и это самое. Хорошенько, чтоб прохиливался. Все, можешь лететь уже туда. Еще 10 секунд. Лети заранее, чтобы люди тоже... Летите тоже. Маг уже сейчас будет выходить через 2 секунды и будете сразу его бить. Чем быстрее умирает маг, тем быстрее... Хилы достаете до меня? Я что-то не знаю. Я не... Мне не дает возможности на тебя повешать. Ебать, я упал, и вы просто охуеть. Все, вот отсюда достаю. Куда ты упал? Я вниз упал и на скеле выбрался. Я тоже как-то раз так на скеле выбрался, тоже испугался. Я еще выбраться долгое время не мог. А упал ты тоже на скеле? А что за хуйня? Все, что, 50 минут прошло? Нет, не должно. У них собственные часы. Вот там перезагрузка писали 15 минут. Блядь. Может разлагает еще? Сейчас разлагает. Нет. Чтоб Сирус разлагал. Идет ты корабли сначала. Я так понимаю, это перерыв. Да, да, работает. Абсолютно верно, это перерыв. Идите, налейте чай, съешьте что-нибудь, попейте, умойтесь там. Подготовьтесь к тяжелому рейду. Еще 2 часа работать, так что... Да, хотелось бы целка за один день закрыть. Я напоминаю, для рейда у вас должно быть специальное ведро под столом. Под стулом. Ну, все правильно. Поссать туда. У меня проблема, я играю лежа на диване. Да, вот специально там ТП. Нет, это из-за того, что когда Ирела нету в игре, выкидывает Долоран. Не, обычно вообще там из рейда должно выкинуть через минуту. А тут без этого. Я подождем. Тебе и объясняю. Если Рэла нету онлайн в игре, то выкидывает Долоран. Сейчас, наверное, Рэл перекинулся на кого-то, да? Или нет еще? Он на мне, рюкзак, за который активный есть. Я в Долоране, и у меня есть рюкзак. Надо заскринить быстрее, сука. Сейчас заскриним. Рюкзак вот. Не работает, в Долоране обидно. Ну, зато он одетый на мне. Это баг, надо пофиксить. А мне откатило. Обратно ленточка оделась, ну, одета. Скинул скрин там, кидайте на форум, пускай делают баг-репорт. Нехорошо. Ага, они если пофиксят, они еще больше доломают. Так. Ну, вроде как... Другой баг. Лагать перестало, да? Ну, пошли пока что на корабль. Или если там на корабле кто-то есть, можете сумануть. Я пока полечу. Блин, у меня нет рюкзака, не могу летать.
другой баг у меня. Я вообще летаю до целка. У меня до сих пор, как будто я на тачке, там, где еще два места лишних показывают. Это серьезный баг. Да. Да, это очень опасно, блядь. Может крашнуться сервер опять. Ну, нужно, чтобы Кила и Тянка Батяры заходили, наверное, и все. Они тут? Можно с умом. Да, если там... Если Локи есть на корабле, то, наверное, можно сумануть. Спой, я хотел лететь сам. Всем я бы привет. Пошел. А можно демку? Привет. Демку 100 голды, 500 тысяч. 10 тысяч. Не будь дешевым. 1000 в час. А то мне так просто свет офнули. Это кто говорит? Кто тут это? Как раз ни одного ханта нет, прикинь, ебать. А, это Фонкич, я узнал твой звук. Да, как повезло, да? Короче, ту демку не смотри, которую тебе включил там кто там. Это, короче, бесплатная, а у меня платная. Выключи, потом голду поделим. О, Сумон пришел, хорош. Так, я на корабле. А там на ребра тактика теперь поменялась, да? Да, нет. Сбегаешься в одну точку, встаешь под лицо босса и делишь клиф. А, под ребро. Ты про ребро говори. Да я шучу, почему-то про орка забыл. Ну, там на орка тоже поменялось. Трэш не бьешь, трэш копится, накапливается 100 мобов, потом быстро его ауешишь, и когда он взрывается, бафает рейд на ДПС, и получается у рейда ДПС 5 миллиардов и 40 ваншот. А бафает рейд на смерть. А чё, по трэшу надо было играть? Эх, как бы я хотел, чтобы сделали в Гере так, чтобы когда мобы вырастали в Берсу на Сурке, этот трэш, чтобы они били по 50 тысяч по тряпкам. Я бы очень не хотел, чтобы так было. Если их за... заливали их? Да. Если их за 10 секунд не успеешь залить, они ловят Берсу. И начинают ваншотить. Ну, это необычно. Да. По хэме надо делать все. Да, согласен. Да, везде надо все делать. Мы вчера... Нет. Не убил никто. Тянка Батяра зайдет? Нет? И Иван Цент, принимай сумон. Да, ща. Я тут, короче, на диетическом питании бульончик пью, болею потихоньку. Таблетки пьешь? Таблетки, да. Не знаю, я наоборот заболел сегодня, я пол холодильника сожрал уже, то есть прям какой-то жор напал. А, так вот. Камни есть не хочешь? А? Камни. Второй целка рейд будет или нет? Или вы пойдете все-таки пытаться... О, вот не камни, вот гравийку только есть. Ну, я посмотрю, я сегодня буду в вечерней гильдии, там скорее всего... Ну, зависит от того, что выкатили фикси в этом. Если там приемлемые цифры, ну, скажем, 120 лямов можно идти травить. Но я что-то сомневаюсь, что нашего 300к ДПС хватит. Тянка, пришел тебе с умом? Не знаю. Сходить на ребро можно. Ну, давай еще раз попробую сумануть. Если не получится, призыв начать, ждите ответа. Не пришел, говоришь? Ну, пришел теперь. Все, пришел. Ну хорошо. ХМ какая-то что-то реально убер-потная. Там даже десятки. Так, берите ранцы, если кто забыл, запустил босса. Одевайте ранцы. Ой, нифига. Стойте. У меня корабль еще не прогрузился. Я пол вижу. Не, тебе не надо ранец брать. Ты же хил. Тебе не надо ранец. Ну так не надо. Так. Ой, что? А я чё? Она улетела вниз. Вниз улетела. Улетела вниз. Ничего страшного. Нет, я на корабле внизу. Ну, побудь там в трюме. Будешь трюмной крысой. Как это... Как знаешь, в «Пиратах Карибского моря» в трюме там сидели в клетке. Челики там сидят. У него мозг еще выпадал там, у этого, у Джека Воробья. Да-да-да, помню. А тут красиво. Решил, точки есть. Да? Вообще, с началом боя должно портануть тебя на центр корабля. Давай я на тебя метку поставлю. Может, мы увидим, где ты находишься. Вот все видят квадратик, да? Он под досками там бегает.
Вот так вот, пожертвовали. Ой, секретное оружие. Секретное оружие, квадратик умер. Так, ну можешь да, лететь. Мозги, получается, выпали. Короче, 4 хила. Танк только один, который нужен, чтобы он не упал. Это мордонец. Блять, почему такая кривая тут геодата, сука? Вот, блять, я прям не знаю, что сказать. Ебучий админ. Блять, а ты можешь... А где тут хилить его? Я не знаю, нахуй, как, где его хилить. Вот, отсюда могу. О, давай. Как-то походи. Я сдвинулся немножко. Вот, вот, ну-ка. Вот так, да, стой, нормально. Нормально? Кастуется, да. А то это очень важно. Вдруг мы тебя не сможем прохилить ваншот. В 4 хила. ДЦшника нет, тут зубов нету, исповеди нету. Ну, 3 мага, короче. У меня дух есть, имею совесть. Дух. Урон сколько духа у тебя есть? О-о. Я про оберегающий. Я знаю. Я в курсе. Ну крылья вообще классная штука. Они от ваншота спасают. Ну да, один раз. Что-то наподобие ревностного паладинского. Угу. Чё там по стакам? А, нормально пока. Короче, еще маг. Потом, короче, наверное, улетишь, и потом уже до упора. Чтоб судьбу не испытывать. У кого там пальба? Ну, у кого-то какая-то хуйня. Биг дэмэдж, у тебя какое-то шуршание происходит. Ну сейчас поедет, после боя убру. А, так. Перелетайте. Улетайте. Или еще будем. Улетайте, улетайте. Ты улетай, там если никого нету. Ну, нужно скинуть стаки с Мурадина. Сейчас смотрим на Мурадина. Так, пока еще не скинули. Сука. Я думал, я повис. Я думал, меня оно повис. Это уже. Это уже, блять, нехорошо. Началось. Это Мурадин виноват. Нет, ты говорил на 6.